финале за золото боролись женские команды. Сестры Елена и Мария Свиридовы из Санкт-Петербурга встретились с командой Ольги Мотрич «Владивосток» с Юлией Абалакиной из Москвы. Игра была напряженной. В первом сете выиграли Свиридовы, во втором соперницы выровняли счет. В заключительной финальной партии с минимальным отрывом победу одержали Ольга Мотрич и Юлия Абалакина. Среди мужчин золото завоевали Руслан Даянов и Александр Лихолетов из «Олимпика Москва». Следующий этап чемпионата России по пляжному волейболу состоится в Москве с 3 по 6 июля.